Макс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро! В эфире студии «Болтком», программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копейн. И у нас сегодня в гостях с утра режиссер Дмитрий Питаенко. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо, что нашли время перед репетицией. И я хочу напомнить слушателям, что мы теперь действительно будем выходить каждую неделю. Начался сезон, начались премьеры, будет о чем поговорить. И мы теперь переходим на более раннее время по сравнению с летом, когда все были немножко в расслабленном состоянии. Мы переходим на 10 утра именно для того, чтобы актеры, режиссеры, сотрудники театра могли до 11 ко мне успеть и что-то рассказать, потому что да, иначе, спасибо, это очень, иначе не получается очень, да, никак. Удобно, да. Да. Ну, немножко пораньше приходится вставать. Ну, ничего, ничего, да. Вот, в принципе, сейчас мы с 11 репетируем каждый день. Ну, да. Обычно вообще в театре с 11 начинается как-то так, да, активная работа. Да, в 10 работа. Людям кажется, что в 10 это слишком рано, еще мозг не проснулся, тело ну, не проснулось. Ну, люди же заканчивают поздно. Конечно, да. Я помню, когда, извините, я была чиновником, то в Москве Собянин еще до Собянина придумали, чтобы чиновники начинали работу в 8 утра. Я, честно говоря, не понимала смысла в этом абсолютно, потому что если ты в 8 утра начинаешь, значит, ты в 5 заканчиваешь. А люди, в общем, продолжают работать и да. Какие-то дела продолжают делать. Кому нужен чиновник, который работает с 8, заканчивает в 5? Ну, в общем, это как бы понятно, там финансисты, какие-то еще. Но вот в департаменте культуры, где я была, в моем отделе, я просто пришла и сказала, мы раньше 9 выходить не будем, потому что мы вечерами должны еще ходить в театр, мы должны ходить в эти организации, ну, смотреть спектакли, встречаться с людьми. Говорю, вы издеваетесь, мы приходим домой в 12, должны в 8 быть на работе. И вот это потом, и главное, что потом с 8 ты до вечера должен продержаться. Да. И прийти на спектакль и не уснуть. Я студентам тоже говорю, когда мы работаем, мы начинаем в 2-3 часа примерно, и заканчиваем там в 11, к полуночи. И они в часов 9-10, я смотрю, что просто люди устали. Я говорю, что случилось? Они говорят, подустали. Я говорю, ребята, что вы устали? Вы будете в театре работать, у вас только второй акт начнется в это время. Да, там как раз кульминацию играть нужно, поэтому... Репетиция в 11 вечера, спектакль, все, никаких вариантов. А еще бывают дневные репетиции, еще какие-то работы, конечно. Значит, вы ставите и вы преподаете. Я преподаю в Лепое. Мы 3 года назад набрали курс специально для Лепойского театра, актерский курс. Вот идея была, чтобы немного обновить труппу, потому что последнее, так сказать, поступление было, это вот клайпедский курс. Ребятам сейчас уже слегка за 30. Вот нужны Но просто... Они прекрасны. Это замечательный курс во всех отношениях. Я работал со многими из них. Это... очень профессиональные люди, очень творческие и при этом очень понимающие вообще суть театра, этику театра, что очень важно, с каким-то своим отношением к работе, которое всегда очень симпатично, это всегда интересно с ними работать. Поэтому на мне лежит очень большая ответственность воспитать курс, который будет, по крайней мере, не хуже этого. Ну, просто как бы, на поколение моложе, да? Да, на поколение моложе. И идея тоже была в том, что почему не хотели, например, чтобы они учились в Риге, в Академии культуры, просто чтобы они не остались в Риге, во-первых, да, потому что в Риге легко потом... Не соблазнять столицей. Да, не соблазнять столицей всеми там мероприятиями, местами. Мне кажется, местами. Тогда надо придумывать что-то, чтобы было на месте более соблазнительное, чем столица. Все равно, конечно, столица – это соблазн. Ну, понятно, особенно для молодых людей Рига – это Рига, и здесь больше возможностей, но при этом, чтобы, вот, например, учиться, мне кажется, Лепое – прекрасный город, потому что Согласна. Там действительно все есть для молодых людей, и чтобы, например, учиться, это действительно вот у них режим, в принципе, довольно армейский, да, с 8:30 утра до позднего вечера они работают, и соблазна меньше куда-то пойти, вот куда-то успеть. Вот я хотела сказать, это больше сосредоточенность, да, конечно. Да, да, и мне это очень нравится. Ну, недаром же все большие университеты находятся не в столицах, да, а в небольших городах. Да, это замечательная идея, мне кажется, создавать какое-то свое сообщество там. Да. И поэтому мы очень часто говорим о том, что, в принципе, на них возлагается тоже такая...
не знаю, миссия нести что-то важное, что-то светлое в этот город, да, не стать частью просто этого города, интегрироваться очень легко, да, то есть там иногда можно найти свое болото, ну, это любой может, да, это, в принципе, в любом городе можно. Окопаться. Просто в городе, да, в городе поменьше это чуть проще, может быть. Мы все время, вот я им напоминаю о том, что они чуть-чуть для другого туда призваны, в этот город. Так что да. Ну вот мы набрали 16 человек, сейчас их осталось 9. Ну, слушайте, это нормально. Это очень хорошо. Мне кажется, да. И потом, им же всем потом надо как-то работать. Да, да. Так что должны остаться те, кто точно знает, зачем им это надо. Да, и я вот думаю, сейчас 3 курса мы отучились. Ну, можно сказать, 2,5, потому что ковид внес свои изменения. Да, последний год был. Да, и сейчас вот 4-й курс начался, и я думаю, что остались те, кто действительно понимает. Но я очень в это верю, потому что на первом курсе было видно, что ну, кто-то уйдет сам, кого-то мы попросили освободить место. Вот. А в принципе, похоже на то, что вот 9 человек остались, и там, получается, 5 парней, 4 девушки, и я думаю, что они будут заниматься этой профессией, я очень надеюсь. Ну, это отлично. Да. Пусть у них все получится. Да, пусть и спасибо большое. Пусть у Липайского театра все получится. Да, я думаю, что действительно они будут очень хорошим поступлением, потому что театру уже сейчас нужны люди, уже сейчас мы привлекаем время от времени студентов. Иногда их вводят в спектакль, что, может быть, не самая хорошая такая практика. То есть они там понимают, что за 2 дня, оказывается, можно как бы сделать роль, но ее, естественно, нельзя сделать, можно ввестись за 2 дня. Вот, а сделать роль – это, наверное, уже сложнее. Ну вот я сейчас была, часто езжу, когда есть возможность, естественно, в Клайпеду с прошлого года, и у них очень интересный тоже подход, они приглашают актеров из столицы работать, к ним приезжают играть главные роли в спектаклях, актеры, которые задействованы, ну, какие-то известные люди или там молодые ребята, студенты приезжают тоже работать, то есть они такие очень открытый театр, при том, что у них хорошая труппа своя. Но они еще и приглашают таких вот гостей из других театров. Вообще в Литве это очень, как бы сказать, популярно. Популярно, да. Более-менее да. Свобода такая для актеров, которые могут попробовать себя в разных театрах. Да, ну мы пытаемся делать что-то похожее. Мне кажется, вот и Лепойский театр взял для этого мюзикла. Да, в «Огне». Гинс Гравелс играет в «Лепое». Но технически это очень сложно, потому что 2 репертуарных театра, один из которых театр Дайлас, где вот 3 сцены, ну ладно, сейчас 2 сцены, да, то есть это регулярно идут спектакли каждый день, кроме понедельника, и согласовать репертуар безумно сложно. А чтобы подготовиться к такому спектаклю, актеру недостаточно там с утра приехать и играть, да, то есть это нужно, по крайней мере, пару дней, чтобы подготовиться. А вы любите ли Липае работать вообще? Сложный вопрос. Мне кажется, я все время пытаюсь полюбить этот город, и как только я его пытаюсь полюбить, он меня немножечко отталкивает. С другой стороны, когда я как-то понимаю, что я там работаю, а живу я в Риге, это мой дом, то мне как-то становится легче, и я очень люблю. Я действительно думаю, что за эти 3 года этот город стал для меня очень особенным городом, потому что, ну, это сложная работа со студентами, я очень много о себе узнал нового, как человек, как режиссер и как педагог. Поэтому этот город навсегда будет, наверное, чем-то сложным для меня, особенным, гораздо сложнее, чем Рига, но и, конечно, любимый, да. Потому что мне очень нравится, я вообще люблю города на море. Я когда подписал вот договор на 4 года с университетом, художник по свету Мартин Шфелдманис, который живет в Лепое, он мне сказал так: если тебе хорошо, вот ты в комфорте вот, с самим собой, у тебя все хорошо, тебе понравится там жить. И я думал, что я довольно такой гармоничный человек, что мне понравится там жить, но выяснилось, что это сложнее, когда у тебя там нет там друзей и близких людей. И в Риге я не так часто встречаюсь с близкими людьми, но само, наверное, сознание того, что у тебя есть возможность встретить здесь этих людей, оно как-то успокаивает. А в Лепое я знаю, что я выйду на улицу, хорошо, если там 1-2 встречу, с кем интересно поговорить, потому что, ну, трудно, мало. Ну, это вот, ну, это другой вопрос. Я говорю, вопрос сосредоточенности больше, может быть, на работе, на каких-то
вещах, связанных там, с образованием, с самообразованием тоже, потому что да, мы все равно каждый день учимся на своем новом. Но давайте мы сейчас все-таки поговорим о ваших двух премьерах. Я так пытаюсь понять, где у нас время, и не могу понять, что мы с вами такую длинную одну сделали, но хорошую «Прилипаю». Потому что я сейчас всем рекомендую, давайте мы тогда начнем с «Малыша», раз мы про «Прилипаю» говорим. Да, тем более, что вы видели этот спектакль. Да, и я и «Дыхание» видела. А, да, «Дыхание» тоже. Но я хочу вот сейчас поговорить именно про «Малыша», потому что премьера состоялась вот буквально на прошлой неделе. И так как мы еще на радио, которое говорит на русском языке здесь, да, в Латвии, и его слушают многие люди, которые интересуются театром, интересуются современной культурой, то давайте мы начнем с «Малыша», потому что стоит того, вот я могу сразу всем сказать, кто нас слушает, спектакль стоит того, чтобы поехать за 272 километра, или сколько у нас? Меньше, 220, по-моему. Не знаю. Далеко. Да? Ну, в общем, за 200 километров. Можно лететь, рекомендуем. Это не очень экологично, но я стал летать на втором году жизни в Лепую. А сейчас летают в Лепую? Да, летают самолеты 3 или даже уже, наверное, осенью 4 раза в неделю летают самолеты. Вы что, какие-то маленькие? Нет, большой Боинг, даже не полупустой, там человек 15 летит в нем, 28 минут, и ты в Лепое. Не очень экологично, наверное, но иногда вынуждает. И очень удобно, это так, ремарка, значит, что ты прилетаешь ровно в полночь, то есть у тебя весь день в Риге проходит, никуда спешить не надо. Прилетаешь в полночь в Лепую, и автобус забирает и увозит пассажиров по всей Лепой, развозит, так что, в принципе, то есть это такая очень удобно. Входит услуга. Да, не хочу рекламировать авиакомпанию, но просто скажу, что это не намного дороже, чем ехать на автобусе. Вот буквально на пару евро дороже получается. Слушайте, вот открывайте для нас вообще просто какие-то волшебные это вещи. Это очень удобно, да. Так что можно прилететь на спектакль. Ну, можно и автобусом, а можно и своей машиной поехать. Да, потому что дорога прекрасная. Да, на очень самом удобно. Деле, и красивая, там можно что-то увидеть по дороге. Так вот, премьеру, которую вы сейчас открыли сезон, вот для меня это было как раз тоже очень удивительно, что Лепайский театр, в общем, открыл сезон вашей премьеры, да? Это первый спектакль. Да, это первый спектакль, и довольно смелое решение, я считаю, для большой сцены, для открытия сезона. Потому что театр, который не находится в столице, ну, мне кажется, гораздо больше рискует вот этими первыми премьерами. Зависит от зрителей, от да, людей. Да, которые... да. И такой театр, мне кажется, гораздо более, не знаю, вынужден, что ли, что-то делать более, может быть, привлекательное, простое, в хорошем смысле этого слова. Вот. И тут, конечно, нам повезло, наверное, то, что вот директор Херберт Лаукштейнс, смелый человек, разрешил нам открыть премьеру. Но он точно смелый, сезон, потому что у него работал Константин Богомолов с не самыми простыми спектаклями. Да, да, да. В этом плане мне очень нравится, вот, например, то, что Херберт приглашает сложных режиссеров и разрешает им брать сложный материал. И, кстати говоря, вот актеры очень воспитаны в этом плане. То есть, если, мне кажется, им приносят что-то неинтересное, старое, не, ну, очень понятное, плоское, они прям вот внутренне, мне кажется, протестуют. Я просто отторжение разговаривал. Отторжение идет некое, да? Да, я просто видел актеров, которые работают, может быть, там, с другими режиссерами над материалом, который мне нравится, который понятен, интересен, и они прям вот, у них отторжение идет. Я думаю, как это здорово на самом деле. И то же самое я вот, например, ощущаю, когда мы сдаем макет спектакля. То есть, чем больше там простора для фантазии зрительской, для воображения, тем больше это нравится там актерам, театру. Не дай бог там принести что-то очень плоское, неинтересное. Да, все так, а как там играть, что это? То есть, в этом плане это очень, по-моему, современный, интересный театр, очень смелый. И пьесу, которую вы выбрали? Да, Мариуса Ивашкевичуса. Литовского драматурга Мариуса Ивашкевичуса, которого здесь, в Риге, знают по спектаклю, поставленному Кириллом Серебренниковым несколько лет назад в Национальном театре «Ближний город». Да. Это была тоже пьеса Мариуса Ивашкевичуса, то есть можно представить себе, что это не самый простой драматург, но это его первая пьеса. Да, и в «Дайлс», кстати, тоже шел его спектакль. Этот, «Изгнание». Да, который шел с большим успехом, потому что он тоже настолько про нас, про современных людей, про наши проблемы, что там зрители... И актеры прекрасно играли, актеры обожали играть этот спектакль. Я знаю, что они ужасно расстраивались, когда они поняли, что, к сожалению, там пришлось снять этот спектакль по многим причинам. Да. Вот, так что, да. Я смотрела тоже.
Я вообще слежу за Мариусом и смотрю почти все, что он делает. Для меня это очень интересно. Ну и мы как-то так и познакомились поближе много лет назад. Итак, это пьеса Мариуса Ивашкевича, которую написал в 2000 году еще. Угу. И вы про нее давно знали? Да, я про нее знал давно. Я давно в эту пьесу был влюблен, еще до того, как я познакомился с Мариусом. Потом называется она «Малыш». «Малыш», да. И пишется она на двух языках сразу, да, латиницей, буквами двух языков. И русская, да, кириллица. И когда я уже познакомился с Мариусом, мы стали разговаривать, говорить не только об этой пьесе, а вообще о драматургии, о театре. Я понял, что обязательно это нужно делать, обязательно нужно ставить. Я заразил актеров вначале в театре Дайла с этим материалом. Они ходили прямо с текстом, читали, и мы думали, как это все поставить. Но там как-то вот не сложилось с предыдущим руководством, как-то не понравилось что-то. Мариус тогда, мне кажется, еще был здесь не настолько известен, может быть, поэтому. Вот. А потом, когда уже и Кирилл поставил, и в Дайлс вышла эта работа, мне сказали, ну где же «Малыш»? А «Малыш» уже путешествовал в Лепо, в принципе, начал свою дорогу, да. Потому что мне показалось, что вот этот как раз театр, где поймут, примут и разрешат сделать что-то такое. Ну вот я хочу сказать свое впечатление о спектакле. И мне очень понравилось еще художественное решение, которое вы придумали. Ведь это пьеса про войну, про 40-е годы. Да, про то, как один герой был депортирован в Сибирь, а другой герой из Сибири, наоборот, с войсками пришел сюда, в Балтию. Ну, пьеса написана изначально про Литву. Литву, да. Но Мариус разрешил нам, естественно, поменять на Латвию. Да, но это нормально, потому что, в общем, судьбы почти одинаковые. Да, да, очень схожие. И она никак не, на мой взгляд, она никак не диссонирует, в общем, с оригиналом. Тот текст, который вы играете сейчас на латышском. И пьеса была изначально написана на двух языках, потому что это два мира. Один вот этот вот деревенский литовский, который в пьесе. Второй – это сибирский поселок маленький, куда попал этот депортированный герой. Но можно было бы все это сделать мрачным, серым таким, да. А вы вдруг сделали совершенно какое-то открытое пространство, засаженное все цветами. Как вы, вот у вас художница Мария Улмани, да? Да, как вы это придумали? Потому что это же как бы на первый взгляд никак не получается сложить этот тяжелый довольно-таки текст про людей, которые теряют даже части тела, да? Не только жизни, да, но и части тела, и довольно покалечены всем этим временем. Как вы придумали вдруг сделать это все на таком счастливом, радостном фоне? На самом деле, очень долго мы думали, потому что первые версии, которые вот Мария, она замечательный художник, для художника театра, мне кажется, даже очень молодая еще, недавно закончила Академию искусств, где мы, кстати говоря, и познакомились на занятии у сценографа Моники Пормала. Вначале была идея что-то, вот, наверное, ближе к войне, к тому времени, какие-то вагоны, шкафы, что-то такое. И мне все время как-то вот внутренне казалось, что это не то, это все очень мрачно, это все непонятно, это все уже было и как-то вообще не про нас. И я, по-моему, довел бедную Марию до какой-то истерики, когда она просто принесла мне эскиз этого поля, засаженного цветами. Она говорит: «Дима, я поняла, все это в прошлом, это все прошло, и там теперь должно быть красиво. Даже если там не красиво, там должно быть красиво». Она говорит: «Я это поняла». И когда она это принесла, мы просто все как-то так обрадовались и вдохновились. Все стало на места. Да, да. И я понял, что нужно искать очень что-то светлое в этой пьесе, потому что пьеса очень сложная. И вот Занда Борга, которая завлит Лепойского театра, который я очень-очень доверяю в плане репертуара и выбора своего, она когда прочитала пьесу, она тоже сказала, нужно искать что-то светлое в ней, потому что в ней есть это светлое. Вот там еще и интонации, с которыми они говорят, они же как песни. Да, да, да. И они звучат таким странным, они же неестественным образом написаны. Абсолютно. Ну, не разговорная речь. Да, абсолютно. И тут вот очень важно, опять-таки, момент доверия со стороны актеров, потому что я представляю актера, который бы мне просто, не знаю, выносил мозг тем, как это все психологизировать, потому что невозможно играть психологически, просто, ну, это другой текст, это другая форма.
И слава богу, вот актеры как-то поняли это довольно быстро, что это нужно просто искать другой способ существования на сцене и общения со зрителем. И даже вот пришлось там поменять одного актера, который вот отца играет, Каспар Сготс, он пришел буквально там за 3 недели до премьеры. И он как-то очень быстро уловил это, что вот играть нужно примерно так, разбирать нужно так. То есть, слава богу, он все это очень как-то быстро понял, потому что я был в ужасе, как за 3 недели объяснить человеку, что это что-то... Что мы делаем здесь? Да, о чем это. И Каспар человек с замечательным чувством юмора. И он первый сказал партнерам, что, по-моему, эта пьеса в каком-то смысле комичная, он сказал. Она не только трагичная, но в каком-то смысле комичная. И тогда актеры тоже как-то так раз начали искать и нашли тоже там какое-то что-то очень даже, может быть, смешное. Так что... Ну, потому что мы же так и живем, в общем, да? Да. Трагедия, да, да. На следующий день, на следующие секунды мы можем чему-то рассмеяться. Да. Он сказал, что вот 2 человека встречаются, и вроде бы все должно у них сложиться, и они вдруг не понимают друг друга. Он говорит, ну это же смешно и грустно. Я говорю, ну да, так оно и есть. При том, что они пытаются друг другу все время что-нибудь объяснить. Да, да, да. Ну вот, кстати, про это. Это же сразу как бы для меня замыкается со спектаклем «Дыхание». Да, что там тема очень-очень как бы схожа, тем более вот сейчас мы «Монстры» репетируем, тоже Макмиллана. Актеры говорят, нам, у нас такое ощущение, что это продолжение, или «Монстр» был до, или после, неважно, но это вот что-то как-то все связано. Вы говорите сейчас о 2 пьесах, которые написал Дункан Макмиллан. Да. Это английский драматург, его очень любит известная режиссер английская, я не помню. Не кто знаю, у меня с «Дыхание» именами всегда... Для кого он писал «Дыхание»? Не помню, не знаю. Митчелл. Да. Кэти Митчелл. Включилась голова, ясно. Переключилась на Великобританию голова. Кэти Митчелл его очень любит, он, собственно, для нее очень много пишет и с ней много работает. Просто те, кто любит оперу или музыкальные, или перформансы, конечно, там и Кэти Митчелл, которая поставила много спектаклей и... В Шаубюне в Берлине работала там как приглашенный режиссер. Просто чтобы понимать, что это такой не просто какой-то драматург, который пишет исключительно для Великобритании. Это довольно известный европейский драматург, которого сейчас все, как бы мы сказали грубо, ломанулись ставить. Потому что вот «1000 миллион прекрасных вещей», там самые лучшие вещи. Да, я посмотрела 1,5 года назад в Вильнюсе. И потом вот уже 2 постановки случились сейчас за это время в Латвии. Будет 3-я, вы знаете, нет? Нет. В Лепойском театре я буду ставить. Да. Мы это очень давно решили, на самом деле это просто, ладно, это отдельная история. Слушайте, ну это та самая пьеса, которая должна быть везде, знаете, как раньше как бы были какие-то тоже в советское время, знаете, в каждом театре была своя пьеса. Вот сейчас у нас, по-моему, Макмиллан с этой пьесой просто идет везде. Я очень расстроился, когда узнал, что ее везде ставят, ну, в Латвии тоже начали ставить, ну, что поделать. Ну, потому что она та, наверное, которая сейчас нужна, которая очень про... Ну, там каждый спектакль будет совсем другим, так что, в принципе... Зависит всегда от актера, который играет. От актера и от зрителей тоже. Очень многое зависит от актера, конечно, который играет. Да. Это просто все на нем висит. Но, возвращаясь к вашему спектаклю «Дыхание». Этот спектакль вот как раз был очень интересно поставлен это режиссером Кэти Митчелл в Шаубюне в Берлине. Когда 2 актеров, собственно, создавали электричество на сцене, в буквальном смысле слова, они крутили велосипеды, и от этого как бы работал свет. Как только, значит, это все заканчивалось, это все закрывалось. Там были живые музыканты. Ну, был такой очень экологичный спектакль. Так его назовем. А потом я видела еще одну постановку. Я почему рассказываю, мне просто тоже это интересно, так как движется этот спектакль. Этот спектакль поставили в Театре нации режиссер Марат Гацалов несколько лет назад. Художница Ксения Перетрухина и хореограф Татьяна Гордеева. Надо говорить как бы про всех вместе, потому что... и музыка, по-моему, музыку писал, не помню кто, не буду сейчас врать. Но это все вместе как бы производило определенное впечатление. Там это все было очень интересно придумано и сделано. И там был тоже еще кастинг очень необычный. Там был молодой актер и женщина в довольно серьезном возрасте, которая, когда произносила этот текст из спектакля, то это звучало вообще уже совершенно иначе. И там был еще конфликт вот этот возрастной между ними. А вы сделали сейчас спектакль. Я так понимаю, что это неожиданное решение какое-то. В плане большого пространства? Да, что вы вывели это все на большое пространство, играете 2 актеров.
Да. Никаких декораций, да. никаких особенных костюмов, двое актеров в современных одеждах, так скажем, просто, которые вот, с улицы говоря, зашли. Пошли в магазин и купили. Вот абсолютно, да. То есть такая даже в этом была вся идея, что вот пойти найти. Ну, понятно, что там цветовая гамма была придумана до этого, но не суть важно. А на самом деле, вот тут эпидемия нам как-то сыграла на руку, потому что спектакль... Вообще я вначале не хотел ставить эту пьесу, очень давно мне ее как-то принесли. Я ее прочитала, мне понравилось, но я подумал, что как-то это... Она вам понравилась? Мне она ужасно не нравится. Я знаю, да, что вам не нравится. Но вот как-то я не особо... А спектакль мне при этом понравился. Вот интересная штука. Да, просто так сложилось, что вот начали думать, что сейчас можно ставить, чтобы было как можно меньше актеров, как можно там меньше декораций. И я говорю директору Юрису Жагарсу, у нас же вот есть пьеса «Дыхание», давай попробуем, может быть, подумать. Он говорит, да, замечательная пьеса. Я когда начал читать, я понял, что я не буду ставить ее вот как она написана, что я хочу ее поставить немножечко о другом. И если у меня получится о другом, тогда получится спектакль. Тогда что... скажите, о чем она, на ваш взгляд, написана? Я увидел в этой пьесе, я во всех пьесах, которые ставлю, вижу трагедию молодого человека, мужчины, который не справляется с отношениями, с миром, который ему очень трудно войти в какой-то контакт с реальностью и с собой. Для меня это была пьеса о молодом человеке, вот абсолютно. И... То есть у вас герой-мужчина в этой паре? Да, герой-мужчина. А женщина – это тот мир, в который он не может войти. Да, который, может быть, служит катализатором его каких-то проблем и высвечивает то, о чем, может быть, он не задумывается и не задумался бы. Ну вот мне было очень важно, поэтому даже, например, вот у нас два состава играют, и это два совершенно разных спектакля, потому что про эту проблему, о которой я хочу говорить, актеры 30+, это вот Гинс Анженс и Ева Сеглине, замечательные мои любимые актеры, они играют по-другому, и опять-таки вот 20-летние актеры, второй состав, другой состав, будем говорить так, Карли Савоц и Аннетта Красовская, они играют по-другому, но они играют эту же тему, да, в принципе. Про вот этого человека. Просто с другим опытом, с другим отношением к миру. Да, потому что когда вначале мы начали репетировать вместе, и Карлис пытался делать что-то похожее, что делает Гинз, я говорю, Карлис, давай вообще забудь это, не о тебе, давай что-то поищем, вот твой опыт, потому что тебе 24 года, по-моему, да. Я говорю, это совершенно другой вообще мир. Ну, конечно. И давай отталкиваться от этого. И Анна-то, она, кстати, как человек тоже, она более, может быть, взрослая, не знаю, она более опытная, она уже в театре тоже какое-то время работает. И вот этот конфликт их тоже был очень, очень интересный, вот конфликт этого опыта. Это вот про что вы поставили в результате? Вы говорите, был пьеса про одно, а поставила я про другое. Ну, я думаю, что, по крайней мере, в одном из составов точно мне удалось это вот проследить эту тему про молодого человека. Да, про молодого человека. И понятно, что зритель, наверное, там увидит свое. Но мне кажется, там именно в этом как бы и кайф же театра, что все равно у каждого спектакля происходит в своей голове. Ну, у каждого зрителя свой спектакль. Вы можете выйти из одного спектакля вместе, вы сидели рядом на сиденьях, а как бы впечатления у вас будут абсолютно противоположные, потому что вы же переживаете свой опыт, воспринимая то, что вы видите на сцене. И вот идея, на самом деле, у меня родилась очень давно в плане вот этого пространства, когда я ставил в кукольном театре несколько лет назад «Гадкого утенка», который потом был номинирован и получил, как помню, там, спектакль года. Очень сложно было тогда, наверное, даже объяснить на тот момент, в том числе и актерам, что спектакль должен происходить в голове ребенка. То есть мы даем какие-то намеки на то, что это, а ребенок дорисовывает. И я тогда столкнулся с таким сопротивлением, что нет, детям нужно все разжевывать, показывать. Я говорю, что это вообще совершенно что-то другое. Но тогда мы сделали замечательный спектакль, и актеры как-то это поняли и сыграли, и все были очень довольны. И тут, значит, мы начали репетировать. Спектакль планировался вообще в саду. Мы хотели его играть, вот пристройка. Летний дворик. Там построили специальную сцену с крышей какой-то там. И я вначале говорю Юрису, давай его играть ночью, потому что я не представляю, как это вечером, летом все будет звучать. Рядом улица Бривибас, да, где любой проедет там, не знаю, на мотоцикле, это все будет интереснее, чем актер на сцене.
Юрис говорит, ну да, может быть, ночью играть. Потом ночью запретили, то есть проводить mm-hmm. какие-то общественные мероприятия. И на одной репетиции, когда я объясняю актеру, что там не нужно все иллюстрировать, что вот есть какие-то тонкие вещи, которые должны происходить, потом уже до заканчиваться должны в воображении зрителя, в какой-то момент мы стали просто шутить. Я говорю, представляешь, как это было бы здорово на большой сцене у нас в Дайлас, где просто огромная сцена, играть в пустом пространстве. Актеры говорят, да, слушай, это было бы здорово. И я говорю, так, перерыв. Вот абсолютно в ту же секунду я пошел к Юрису, говорю, Юрис, вот такая идея, ты только пока не говори нет, дай нам один день, мы порепетируем, вы с Вестуром Каришем, новым нашим ходруком, да? Придете посмотреть, я вам покажу просто куски, да, и вы сами решите, то есть можно это там делать или нельзя, у нас там еще был месяц времени. Вот, и у Юриса он очень интересно, значит, совмещает в себе актера и директора. Uh-huh. То есть, по-моему, директор в нем как-то так сомневался, а у актера загорелись глаза, я прям вижу это. И он разрешил, да, они пришли с Вестуром посмотреть, им показалось это интересным, что из этого получится. Мне кажется, это был просто такой красивый ход вообще для Даллас театра, когда еще все... ну, все играли там на небольшое количество зрителей, кто-то на улице, кто-то еще. Вдруг Даллас говорит, у нас премьера. Ты сидишь один, значит, еще когда вообще было очень так все трудно, да? Сейчас можно побольше людей сажать в залы. Это был период, когда еще все было очень жестко. И ты приходишь в театр, ты сидишь вот так вот раскиданный по всему Даллас театру. Мы недавно здесь встречались, разговаривали вот про этот очень интересный феномен, на мой взгляд. И я его почувствовала именно в Даллас театре, хотя у многих было другое впечатление от дыхания. Когда у многих впечатление, что актеры играют только для тебя. Mm-hmm. Что ты находишься один с ними. Хотя ты сидишь в огромном зале, mm-hmm. но ты действительно чувствуешь себя mm-hmm. вот таким вот один, и это только для тебя спектакль. Mm-hmm. А у меня было ощущение, особенно в финале, когда все начали аплодировать, при том, что сидели, ну не знаю, ну там правда было 20% зала. Да, 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 через ряд и через там одного. Через ряд, там, в общем, это все было как-то очень сложно. У меня было ощущение полного зала. Ну, как бы по наполненности зрительской энергии. И я вот сейчас хожу тоже в театры, и я понимаю, что я сижу, и меня не раздражают пустые места. Да. Я не знаю, почему. Они не вызывают у меня ощущения пустоты, как бы незаполненности. На примере то же самое было, когда зал аплодировал, было ощущение, что вот полный зал, там несколько раз вызывали актеров, и актеры тоже говорят, что нет ощущения пустоты, хотя действительно зал там на процентов 20-25. Ну ты видишь же, ну ты из зала, со сцены же видишь эти... Но в этом что-то есть какая-то такая, знаете, брейв такой, да, абсолютно, да, с двух сторон. Да. Из тех, кто выходит на сцену, и тех, кто сидит в зрительном зале. Вот, и это какое-то такое новое взаимодействие актеров со зрителями абсолютно. Да. Ну вот для нас еще важно было, мне кажется, почему мне кажется, что все-таки это какое-то еще и событие в театре Дайлас, премьера «Дыхание». Очень долгие годы культивировался какое-то представление о том, что существует какое-то, не знаю, условия заполнения большой сцены. Да, 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 да. И что прям проклятие какое-то существует этой сцены, что там можно делать что-то только, где вот есть массовка, где есть, не знаю, какие-то декорации понятные, большие, костюмы, иллюстрирующие. Костюмы, реквизит, свет, да, да, музыка, да, да. Умца, я называю. Да, 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 да. И я говорю актерам, давайте вот если получится хоть немного развеять этот миф, как-то сломать это, то это тоже станет для нас событием. Не только премьера, не только там хороший спектакль, а вот давайте идти к этому. И то, что мы еще вот это сделали в театре Дайлас, потому что да, я знаю, что вот критики, которые тоже писали об этом, сказали, что это поразительно, что можно сделать настолько интимный спектакль на этой большой сцене, которую все считали проклятой, в принципе, для таких работ, да, то мне как-то это понравилось и показалось очень большим нашим общим, ну, не знаю, достижения, может быть, даже, что как-то вот это развяжет руки другим тоже. Но актер же не теряется, если ему есть что делать. Он конечно. Не будет пустой точкой на сцене, он все равно тоже большой. Это моя религия театральная. Угу. Да, то есть, если актер знает, что он делает, что он хочет, если у него есть внутреннее переживание, внутренний процесс правильный, мне кажется, что это не важно, там два актера или один, или он молчит, или он говорит, или что с ним. Главное, что это все понятно ему, он знает, режиссер ему объяснил, они все это сделали, придумали, построили.
то это все должно работать, по идее. Да? Это не вопрос большой, малой там, сцены. Слушайте, и... а вот я читала пьесу Макмиллана, вот эту пьесу, я перед тем, как идти, ее прочитала. Там написано, что, значит, начало пьесы, там написано условия. А актеры должны как бы абсолютно соответствовать месту, в котором они это играют, ну, то есть городу, в котором они это все ставят. Условия — пустая сцена, никаких декораций, ничего нет. То есть, как бы, я так, когда это прочитала, думаю, нормально, выбрали ребята пьесу как раз как для нынешних условий. Ничего нет, пустота. Но выглядело, конечно, это сейчас, вот, в ситуации, когда все обсуждали такую мировую эпидемию, как некое ощущение природы, которое борется с агрессией человеческих технических достижений. Ну, очень много этого текста было. И после Греты Тунберг, которая выступала, да, это все в прошлом году как-то звучало. Вдруг этот текст по-другому зазвучал. Он вдруг стал не такой, как бы сказать, назидательный. Да. Он вдруг стал очень... Он дал ощущение ранимости человека. Да, что это жизни. Стало частью нас. Что это уже не просто какая-то дидактика, там, не знаю, что-то где-то, а это просто часть вот современной жизни, абсолютно понятная, абсолютно вот ежедневная, не знаю, какой-то бытовой чуть ли не. Вернемся с одним вопросом к малышу, можно? Да, конечно. Я просто очень обрадовалась, когда я увидела вот эту историю о войне, где, в общем, главный герой-то в военной форме играет. Да. И... я очень, как бы не скрываю, люблю текст «Война еще не началась» Миши Дурненкова. И там же есть история, когда мальчик, который тестирует игры, говорит: «Чё у вас война такого цвета? Чё такого? Она должна быть яркой, она должна быть красивой». Да. И я, когда это сейчас увидела, я думаю, действительно, мы все время забываем о том, что природа-то не... Как бы для природы войны-то нет, собственно говоря. У нее цветы также расцветают. Да, очень хорошая мысль, красивая, да. И мне это очень понравилось в вашем спектакле. То, что, несмотря на то, что происходит с людьми, природа, она, в общем, она, в общем, продолжает жить и дает надежду. Дает надежду, да. Ну что, ждем вашего монстра? Когда да, будет, когда 9, планируется 9 премьер? Октября. Ну, пока малый зал, там посмотрим. Пока для малой сцены. Потом будете опять переходить на большой. Да, не знаю, не исключаю, но как-то не хотелось бы в этот раз, хотелось бы там на малой остаться, попробовать там что-то интересное сделать. То есть в начале октября, 9 октября, театр «Даллас» в Риге. Да, да. Дункан Макмиллан опять, «Монстр». А в «Лепой» мы продолжаем играть «Малыша», поэтому, кстати, вот очень хотелось бы, чтобы русская аудитория тоже как-то подтянулась, посмотрела, потому что и Карина Татаринова, и Мартин Калита, которого, кстати, русские зрители, может быть, знают по фильму Михалкова, в свое время Мартинш у него снимался, вот они играют на русском языке весь спектакль, поэтому интересно. Но это вообще уникальный спектакль, потому что он же переводится одновременно с русского на латышский, с латышского на русский. Да, титры. То есть все время вся информация, весь текст, он звучит, звучит как бы, да, звучит или транслируется на двух языках, и поэтому и Мариус Ивашкевич с его очень необычным взглядом на человека, на мой взгляд, и то, как вы это все решили, как вы это придумали, мне кажется, это действительно стоит того, чтобы доехать до Лейпаи, посмотреть спектакль и погулять по городу. Да, да, абсолютно. В хорошем театре побывать. Это же один из самых красивых театров по зданию, да, самому необычному. Очень необычный театр, да. Ну хорошо, значит, всех отправляем в Лейпаю. Следите за сайтом Лейпайского театра. Смотрите спектакли Дмитрия Петренко здесь, в Риге. «Дыхание» Дункана Макмиллана на большой сцене «Даллас». Будущая премьера на малой сцене «Даллас». Тоже Дункана Макмиллана. «Монстр». «Монстр», да. И в Лейпаю. Да. Не в Москву, а в Лейпаю. Ну, спасибо большое. Спасибо вам большое, да.